Здравствуйте, я Елена, эксперт МВидео. А рядом со мной сразу три пары генератора с бойлерами из серии Pro Express Ultimate бренда Tefal. Скажу не тая, данная линейка выбивается из категории бюджетных. Но с другой стороны, способности этих парогенераторов стоят каждого потраченного рубля. Любой из них идеально впишется в хозяйство большой семьи, особенно если в ней есть маленькие дети и гладить приходится часто и много. Ведь скорость и эффективность парогенераторов значительно выше, чем у утюгов. Друг от друга приборы отличаются не только цветом корпуса, но и своими возможностями. Расскажу о них на примере топовой модели. Главное ее достоинство – невероятная мощность. Бойлер генерирует пар, который подается со скоростью до 180 граммов в минуту. На рынке бытовой техники это рекорд. Выше данный показатель только у промышленных приборов. В домашних условиях такого пара хватит даже для глажки белья, сложенного в несколько слоев. Впрочем, победу над более сложными складками можно одержать с помощью парового удара. Его сила 600 граммов в минуту. Против такого не устоят самые сильные заломы на пересушенной одежде, пролежавшие несколько дней в скомканном виде. У двух других моделей эти характеристики чуть скромнее, так что если в вашем гардеробе не преобладают льняные и другие плохо поддающиеся глажке ткани, можно прилично сэкономить при покупке. Цена на эти парогенераторы ощутимо меньше. Кстати, все три модели отлично работают и при вертикальном отпаривании. Топовая комплектация имеет для этого даже специальный крючок. Примечательна и сенсорная панель управления, которая удобно расположена прямо на ручке. Все настройки регулируются одним нажатием. Для каждого типа ткани есть свой режим работы. Всего 4 уровня подачи пара – от самого слабого для деликатной одежды до интенсивного для обработки плотных тяжелых вещей. Плюс экофункция. Она позволяет экономить до 25% электроэнергии во время работы прибора. Явное преимущество данной серии – технология двойной защиты вашей одежды от повреждения, а парогенератора от накипи. Во все модели встроена система, которая разбивает крупные капли воды на мелкие, тем самым защищая вещи от пятен во время глажки. Также здесь установлен специальный коллектор для сбора накипи в бойлере. Он убережет устройство от известковых отложений и обеспечит его долгую и бесперебойную службу. Вам останется только раз в пару месяцев промывать коллектор. Все парогенераторы этой серии имеют индикатор, который оповещает о необходимости очистки. Напомнит он и о том, что в резервуар пора долить воды. Не переживайте, делать это часто не придется. Почти 2-литровой емкости хватает на целую гору белья. Но если потребуется, дозаправиться тоже не проблема. Добавить жидкость в съемный контейнер можно, не отключая прибор и не отвлекаясь надолго от захватывающего процесса. Благодаря инновационному металлокерамическому покрытию Duralium Air Glide подошва парогенератора легко чистится, не поддается царапинам и скользит по ткани, как по маслу. Жаль, что через экран это никак не передать. Теперь о важном, о безопасности. Во-первых, здесь есть автоматическое отключение, если прибор долго не используется. Во-вторых, широкая и устойчивая пятка, благодаря которой предмет устойчиво стоит практически на любой поверхности. В-третьих, надежная система фиксации парогенератора на платформе, еще и шаровое крепление шнура. С ним провод не переламывается и не запутывается. В сухом остатке имеем надежность, эффективность, простоту использования, инновационные технологии. Не зря эта серия парогенераторов от Tefal признана лучшей в ассортименте бренда. Советую присмотреться. Не буду обещать, что с ними вы полюбите глажку, но совершенно точно сэкономите уйму сил и времени для самых родных и близких. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, наш обзор был вам полезен. МВидео. Нам не все равно.